Нерингрей стартовал открытый чемпионат республики по боксу. Участие принимают 228 спортсменов из Владивостока, Биробиджана, Белогорска и Якутии. Соревнования будут проходить 3 дня. Раньше Нерингринская школа бокса всегда славилась. Поэтому мы возлагаем большую надежду. Именно традицию будут продолжать юные боксеры, наши опытные тренеры. И благодаря этого турнира вырастет известные мастера именно российского, даже международного уровня.